Перед вами гепатициты, клетки печени. Ученые установили, что каждая из них способна выполнять все или почти все 60 функций этого сложного органа. Когда печень уже не справляется со своими обязанностями, наступает острая недостаточность печени, кома. И кроме аппарата «искусственная печень», который лишь в отдельных случаях может спасти больного, средств от комы не было. Группа врачей во главе с членом-корреспондентом Академии наук СССР Островерховым решила использовать способность отдельных клеток выполнять функции целого органа. В потоке крови токсины, отравляющие организм. Ученые предположили, что донорские клетки печени, введенные в брюшную полость больного, нейтрализуют ядовитые вещества, превратят их в безвредные шлаки и выведут из организма. Успешные опыты над животными подтвердили это предположение. Спасительные клетки вернули жизнь этой собаке, которая недавно погибала от комы. Пока гепатициты, введенные больному через небольшой разрез, очищают организм, собственная печень восстанавливается, отдыхает, нормализуются обменные процессы и развитие болезни прекращается. На очереди создание банка консервированной культуры гепатицитов, которые будут храниться как кровь в ампулах для того, чтобы в нужный момент спасти человеческую жизнь.